Уезжаем с Труханова острова. Там пожар случился. Дорогу могут заблокировать. Будем переезжать на другой пляж. Очередной выезд покопать, погулять. Копаем на футбольном поле. Пьем пиво. Такую монеточку только что выкопали. Самая старая сегодня. Поле оказалось старенькое. Что-то фокуса нету. И вот еще монеточка. У нас жарко. Тридцатка это 100%. Ого, залипшая какая. Сейчас, давай, я сдержу. Вот 2 копеечки. 57-го. Нарик. 15 коп 61-го. Ты похож на шмеля. Говорят, что я шмель. Мед есть? А если найду? Находочка. Ходячка. Советский Союз. Конечно, какая ходячка. Какой? 83-й год. Поздравушечки. Витанечка. Дякую. Приехали на пляжик. А тут вот привезли куча песка. Наверное, будут насыпать. Ну и реконструкция какая-то пляжа. Сейчас поставим столик, перекусим, вам покажем. И когда люди немножко разойдутся, пойдем кикать пляж. Хотя мы тут уже были не раз. Красиво. Переобулась. Иду показать вам Днепр. Все пораспускалось уже. Люди вовсю загорают, купается, правда, мало. Вот такой у нас Днепр. Ну, это заливчик небольшой, Днепр на самом деле побольше. Я думаю, что все поняли, где мы. Мы в гидропарке. Накрываем столик. Так мы уточек и не нашли. Купила 2 батона им. А очень много людей, и они... Опа, 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 ца. Вот такая у нас конфорочка есть, тарелочка, сковородочка. Будем жарить яйца и сосиски. Вот тебе. Надо прикинуть, что-то не понял. Редисочка. Класс. Что стоит там? Я помню. Бухашка. Редисочка, картошечка молодая, лучок зелененький. Короче, сфоткаем поляну. Давай еще раз жми. Работает все.
я вас вижу. Эффект. Спецэффект. Новый спецэффект. Прозрачный стол. Вентилируемый стол. В процессе. Сосисочки. Редисочка. И вот мы возле водички. Ой, хотели уже не снимать сегодня, покушали, пикаем по пляжу. Ну, столько интересных сигналов, сейчас посмотрим. Покажем. Здесь мы ходили уже, ну... Не знаю, раз 10. Раз, да, больше, наверное. Уже. Раз 10, но что-то еще пикает. Что-то есть. Я тебе колонку пою. Альберт. О, тут. И что там? Не. Сильно фонарик слепит, не видно. Монета. Монетка. Какая? На, наша? Походу, одна копейка. Я же свечу. Советы. Ты бы на голову одела. Сейчас я посвечу. Блин, у меня блок отпал. Копеечка, похоже. Советская. Класс. Подожди, походу там еще что-то. Да, одна давай. Одна секунда. Копай. Снимаем. Копаем на пляже, где были уже раз 10. Сейчас. Сигнал есть по-любому. Ну. Мы ждем. Вон, выпало а ну, что-то. Бери, выпало. Где? Ну, у меня фонарик тут. Вот. Да бери. Вот. Бери, у меня блок. Фонарик, Валь, и на лоб лучше повесить. Потому что у меня эта штука отпадает постоянно. Вот она. Сейчас одену фонарик. Сейчас проверю. Не, все. Еще копеечку нашли. Буквально, ну, сразу только вышли. Видите, на пляж. За 5 минут. Да. Ребятки, нашли залипуху. Ну, короче, пару монеток сразу склеенных. Класс. Короче, поперли находочки у нас. Мы тут ходили раз 10, наверное. И на тех же местах опять находим монетки советские. Ну, скоро пляж засыпят, и, конечно, уже их не будет. Ну, пока ходим. Круто. Вітаннячка. Дякую. Хожу, пикаю. Сигналов мало, но есть. Хороший сигнал, сейчас посмотрим. Сейчас.
что? Монеточка. Ай, блин, у меня от руки. Наши, да? Да, есть копеечка. Ходячка. Ну, залипшие, но это находочка. Да, 5 коп. Класс. Завтра, наверное, снимем, уже покажем, что мы. Блин, начало 12-го, а мы не можем отсюда выйти. А мы пика по пляжу, да? Угу, капец. Я только что ежика видела, покажу вам потом. Класс. Еще и кота увидишь, да? Ой, ты мелкий. Господи, какой мелкий. Побежал, побежал. Побежал. Ты маленький такой, ты хороший. Я тебя не буду трогать, не бойся. Не бойся. Беги к мамке, беги. Ой. Ой, ты хороший. Господи. Ой, хороший. Хороший, да. А еще сегодня зайца видели. Ой, все, побежал, побежал. Короче, мусора нашли 3 килограмма. Не знаю, 3-4. Ну это пипец, как много. Волонтеры коммунальные. Вот она.